Jairada Madhava Kunja Vihari Jairada Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Jai Gopijana Vallabha Girivaradari Yasadanandana Raja Jana Ranjana Yasoda Nandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna Gauranitai Jaya Gauranitai Sisi Radha Madhava ki Sisi Gauranitai ki Sila Prabhupada Patit Pavana ki Nitai Gaurpamanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvati Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Rutamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Шримад Бхагаватам, песнь, 1 глава, 17, наказание помилования Кали, текст 29.
Там джигхам сумабхи притья. Вихая нрипаланчадам. Татпадамулам шираса. Самагадбхая викхавала. Там джигхам сумабхи притья. Вихая нрипаланчадам. Татпадамулам шираса. Самагадбхая вихвала. Там джигмам сум абхи притья. Вихая нрипаланчадам. Татпадамулам шираса. Самагадбхая вихвала. Пожалуйста. Там сум абхи притя. Там сум абхи притя. Вихая нрипаланчанам. Вихая нрипаланчанам. Татпадамулам шираса. Татпадамулам шираса. Самагадбхая вихвала. А то же, пожалуйста. Вихая нрипаланчханам. Вихая нрипаланчханам. Татпадамулам ширасам. Татпадамулам ширасам. Самагадхая вихвала. Самагадхая вихвала. Чё? Там его. Джигхам сум. Желают убить. Абхи притья, убедившись, вихая, сбросил, нрипаланчанам, одежды царя, татпадамулам, к его стопам, шираса, головой, самагат, всецело предался. Бхая вихвала, под давлением страха. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил свою голову, целиком сдавшись на его милость. Комментарий Шрилы Прабхупады. Царское одеяние олицетворения Кали – обман. Царскую одежду должен носить царь, кшатрий, а когда в царские одежды рядится человек низшего сословия, его истинную сущность можно раскрыть только вызов настоящего кшатрия, подобного Махараджи Парикшиту. Истинный кшатрий никогда не сдается, он принимает вызов соперника кшатрии и сражается, чтобы победить или умереть. Настоящий кшатрий никогда не капитулирует. В век Кали есть много притворщиков, выдающих себя за правителей и глав государств. Но их подлинная сущность раскрывается, когда им бросает вызов настоящий кшатрий. Поэтому, когда олицетворение Кали, нарядившееся в царские одежды, понял, что сражаться с Махараджей Парикшитом ему не по силам, он в знак покорности склонил голову и сбросил свои царские одежды. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана салакая чаксуру намилитам ейна тасмай шри гураве намаха. Си Чайтанья Мано Бхиштам Стапитам Йена Бхутале Сваям Рупа Кадамаям Дадати Свападантикам
Ванча калпа тарубьяшча, крипа синдхубьяевача, патитанам паванебьо, вайшнавебьо намо намаха. Джая Си Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Си Адвайта Гададхара Сивасади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Ом Сахана Вабату Саханау бхунакту, сахавирьям карававахай, теджасвинавадхитамасту мавидвишавахай. Ом шанти, шанти, шанти. Еще раз текст. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил свою голову, целиком сдавшись на его милость. Очень интересный стих. Всемогучий Кали даже не стал сражаться. Просто сдался сразу. Прабхупада пишет комментарий, что царское деяние, олицетворение Кали – это просто обман. То есть те ценности, которые пропагандирует Кали-юга, и те, скажем так, атрибуты могущества, которые есть в Кали-юге, это ложь. Сейчас мы думаем, что деньги – это богатство человека. Мы недавно это обсуждали про деньги. Это интересный очень момент. К ним все стремятся абсолютно. То есть абсолютно все их считают ценностью большой. И если взять человека обычного, то он думает, что иметь много денег – это хорошая карма. Правильно? Так же? А не иметь много денег – плохая карма. Но интересный момент, что деньги – это просто энергия, это просто, как Прабхупада приводит пример, со скальпелем или с ножом, это просто инструмент. То есть нож неплох, нехорош сам по себе. Не так, что если у вас есть нож, то вы однозначно бандит. Да? Или если у вас нет ножа, то вы однозначно хороший человек. С ножом могут быть хирурги. Есть ножи, люди, которые режут ножом хлеб, предположим. Хорошая вещь. Можете зайти в магазин, купить нож, и тут же вас свяжет полиция. Ах ты негодяй. Мы знаем, что ты задумал. Сейчас мы тебе покажем, что к чему. Нет, нож – это просто инструмент. Так же, как и деньги. Реально хорошая карма – это когда у человека есть духовный разум. То есть правильно применить деньги. Понимаете принцип? И когда есть благочестие, когда человек хочет применять деньги на хорошие цели. Добродетель. Вот два проявления хорошей кармы. Не деньги. Это интересно, в астрологии это описывается. То есть если взять разум – это пятый дом. Если взять благочестие – это девятый дом. Деньги – это второй дом. Не имеет отношения ни к тому, ни к другому часто. Если взять ведийскую культуру, самый разумный класс общества был не так богат. Браманы. Правильно? Лакшми прокляла их. Не буду у вас жить дома. Знаете эту историю? Как Бригу. Мудрецы собрались, и они обсудили, стали обсуждать, кому же поклоняться лучше всего, Браме, Шиве или Вишну, кто верховный. И они отправили Бригу Муни исследовать этот момент. Сначала Бригу пошел к Браме. Брама был отцом Бригу. И Бригу совершил оскорбление в уме, говорится. Но не выразил почтения Браме. Это самый легкий вид оскорблений. Мы, как бы в своем толстокожести, даже не замечаем, как совершаем или как по отношению к нам совершают оскорбления часто. Иногда мы даже радуемся. Ну, не выразил почтения, слава тебе, Господи. Не нужно ему выражать в ответ. Столько проблем ушло. Но Брама это заметил сразу, и он разгневался.
Бригу тут же поклонился ему, то есть он просто проверял, насколько Брама чист сердцем. Это была проверка, Брама не прошел ее. Бригу тут же попросил прощения, поклонился и ушел во свояси дальше. Он пошел к Господу Шиве. Когда Шива увидел Бригу, они братья, мы знаем, что и Шива это сын Брамы, и Бригу это сын Брамы. И когда Шива увидел Бригу, он сразу тут же вскочил, побежал обниматься. Брат. Бригу сказал: нет, ты слишком грязный, ты весь в пепле. Знаете, да, Шива измазан пеплом из крематориев. И Бригу сказал: я понимаю, что омовение совершаю, я браман. Я если тебя обниму, то опять совершать омовение, менять одежду. Нет, ты грязный, тут змеи какие-то на тебе, я боюсь, не надо. То есть он совершил оскорбление речью, да? Второй по обидности уровень оскорблений, оскорбление речью. Шива разгневался, он схватил свою эту пашупатиастру, трезубец, которым он разрушает материальный мир уже. И тут же Бригу упал ему в стопы, попросил прощения. Опять он проверял, и проверку Шива не прошел. Бригу достал свой блокнотик, неверховный, отметил. И потом он пошел к Вишну. На Вайкунху его остановили два привратника, Джай и Виджай. Куда? Вишну спит. Куда пошел? Бригу их проклял. Так появились Хирани Кашипу и Хираньякши, насколько я знаю. То есть нельзя мешать преданному идти к Господу. Нельзя. Если преданный хочет увидеть Господа, нельзя его останавливать. Нужно помочь наоборот. А Джай Виджай остановили. И так он их проклял, Джай Виджай немножко задумались, и в это время Бригу прошел. Туда, где спал Господь Вишну. Господь Вишну действительно спал, Лакшми массировала ему стопы, говорится, в это время. И Бригу решил совершить самое суровое оскорбление по отношению к Вишну. Подошел к нему и пнул его в грудь ногой. Представьте себе. Представьте, что увидел, что случилось с лицом Лакшми в это мгновение. Какие молнии полетели оттуда. Какие только она не... Какие виды наказаний, пыток и так далее промелькнули у нее в голове в этот момент, когда она увидела, что ее любимого Господа просто пинают в грудь в его же доме. Но Вишну открыл глаза, он проснулся, естественно. У него появилась мягкая улыбка. О, дорогой Браман, дорогой Бригу, не ушиб ли ты ногу на мою каменную грудь, свою лотосную стопу, пожалуйста. Да, я помассирую ее. Пожалуйста, присаживайся. Я стал массировать стопы Бригу. Лакшми была в шоке просто. Женам не нравится, когда их мужей унижают. Ну, благочестивым женам. Неблагочестивые жены сами унижают. Постоянно. Лакшми это очень не понравилось. Она была удивлена этой реакцией Вишну. Почему ты не взял Сударшану и дальше спать? Я бы массировал тебе стопы. Все было бы как раньше. Бригу был в экстазе. Не потому, что ему массировали стопы, а потому, что он нашел Верховного. То есть вот абсолютно контроль чувств. Абсолютный контроль, то есть абсолютно неподверженность каким-то низким вещам, низким инстинктам, низким ценностям. И он увидел Верховного, он сидел и улыбался счастливо. Лакшми была подумать, что он улыбается от того, что ему служит сам Господь, но на самом деле он улыбался от того, что его поиски окончены, что он нашел Верховного. И теперь всем нужно рассказать, кому действительно нужно поклоняться в этой вселенной. Вишну. Конечно же, Вишну знал это все и подыграл. Но Лакшми не смогла это пережить. Она сказала: за такое отношение к моему мужу я навсегда уйду из ваших семей, из ваших домов, браманы. Все. С тех пор я не буду жить в вашем доме. Говорят, что с тех пор браманы стали небогатыми.
Но Бригу дал благословение тут же. А я создам астрологию, и таким образом браманы заставят тебя приходить в свой дом. Мы знаем, Прабхупада дал еще один способ, как привлечь Лакшми в свой дом, да, пригласить туда Кришну. А куда Лакшми денется? Придется идти. Придется. Когда Прабхупаду спрашивали про Лакшми, он говорит, вы о Лакшми не думайте. В одном месте Бхагавад-гите он пишет, что думать о деньгах – это неправильное использование энергии ума. Удивительная цитата, на самом деле, философская. О ней можно думать годами. Потому что для нас-то деньги самое важное. Прабхупада говорит, нет, это вообще то есть, неправильное использование энергии ума. Нужно думать о других вещах. И вот Прабхупада сказал, если вы Кришну пригласите, то есть он будет центром вашей жизни, Лакшми придет автоматически, сама по себе. Просто автоматически. Потому что она предана своему мужу. Вот Вишну она оставит, она может оставить абсолютно каждого. Причем мы видим, за день может оставить человека. Ну, богатый, успешный, и все, кончилось. Но Вишну она никогда не оставляет. Своего хозяина она всегда, ну, она всегда верна ему. Такая интересная история. Итак, в ведийской культуре деньги не являлись большой ценностью, богатство не являлись большой ценностью. Люди понимали, это инструмент. Хорошо, что он есть, да, но важнее мозги, которые позволяют это использовать. Как в Хитопадеше говорится, если человек молод, как нет, там по-другому говорится, молодость, богатство и власть сами по себе могут угробить жизнь человека. Мы знаем, что больше всего ошибок мы совершаем в молодости. Как американцы говорят, sweet 16, сладкие 16, когда мозг отключается полностью практически у людей. Чувство включается, мозг выключается. И можно видеть, что у человека прям набухшие чувства. Они набухают прям. Все набухает. Прям. И вот они стремятся куда-то. Он бежит по улице, не замечает, кого он сшибает, кому он на ноги наступает. Он все, чувства несутся к объектам. Как бешеные лошади куда-то. Несут их. То же самое происходит, когда у человека есть деньги, то же самое, когда у человека есть власть. Дальше Хитопадеша говорит, что же говорить о том, если о том случае, когда все эти три вещи встречаются в одном человеке. То есть он и молод, и богат, и обладает влиянием. Мозг может отключиться полностью. Поэтому иногда веды говорят, деньги – это проклятие. То есть если нет мозгов, но есть деньги – это проклятие, мы знаем. Можно сказать, что человек купил бизнес-класс в ад. Бедный человек, трудно в ад попасть. Прабхупада пишет в одном месте, что в ад попасть трудно, даже в Кали-югу. Нужно любовницу завести. А если вы бедный, какая у вас любовница? Откуда вообще? Тут же набросит. Придется в храм идти варшам жить, в заневку. А если деньги есть, да, в любовницу, но как, куда же тратить деньги-то? На жену, что ли? Да ну, неинтересно. Скрывать ее нужно. Делить, а у нее ребенок родился. Все, алименты какие-то, оплачивать надо все. Говорит, очень трудно в Кали-югу даже попасть в ад. Очень трудно. Попасть к Богу очень легко, наоборот. Сидишь, по мантру повторяешь. Все. Ну, потратил деньги, купил четки. Можно даже без четок. Сиди на пальцах, повторяй. Да можно просто сидеть, повторять без ничего. Ноль копеек. И ты к Богу идешь. Это интересный момент очень, подумайте. Деградировать сложнее, чем прогрессировать. Только не для ленивца. Вот наша главная проблема – это лень. Лень. Как Бхагаватам говорит, манда суманда матайо манда бхагяду падрута. В Кали-югу одно из качеств людей – это лень. И это интересно, как проявляется. Из лени мы думаем, что Кали-юга очень могущественна. Почему ты такой? Ну, Кали-юга, понимаешь? Кали-юга. А Прабхупада в комментарии пишет, что царское деяние, олицетворение Кали – это обман. Могущество Кали иллюзорно. Преданные слишком переоценивают могущество века Кали, Кали-юги. Слишком переоценивают. Это всего лишь век, в который немножко труднее практиковать духовную жизнь. Но у нас и методы другие. То есть у нас сразу лекарства мощнейшие дают.
Не медитации, чтобы 60 тысяч лет сидеть и только тогда уже достичь совершенства, увидеть Бога в сердце. Сразу пришел и увидел. Сразу. В тот же день. Еще даже не понимаешь, кого видишь. Уже увидел. Одна ученица, которая занималась, ну, была художницей, рисовала для Кришны, для книг Прабхупады эти изображения, пришла к Прабхупаде, чтобы узнать, как выглядит Параматма. И Прабхупада закрыл глаза и описывал ей, как Параматма выглядит. Она говорит, как будто он, ну, просто видел и, знаете, как это называется-то в полиции? Фоторобот такой, приметы, знаете, у него вот так и вот так, важные приметы такие существенные, вот так, вот так и вот так. И она спросила его, а нужно ли нам к этому стремиться, чтобы увидеть Параматму? Ну, что иногда в шастрах пишется, что человек должен видеть Господа в сердце. Папа сказал, нет, у нас же уже есть божества уже. Приходи, да ведь не нужно никаких усилий суровых совершать. Все, просто пришло, посмотрел, все. То же самое ты в сердце увидишь. Абсолютно то же самое. Очень простые методы, очень могущественные. Поэтому еще раз, век Кали слишком переоценен. Единственная причина, по которой мы оправдываемся веком Кали, это наша лень духовная. Ну вот и все. Но если взять слова Шрилы Прабхупады, ленивый – это не человек. Даже животные не ленивы. Большинство. Если они дома не живут. Конечно, если собака дома живет, она становится круглой и даже ходить не может. У нее ноги в разные стороны. Она просто перевернется, поест, перевернется, поспит, перевернется, поест. Но это потому, что человек так на нее влияет. Наш образ жизни. Сейчас одна из самых больших проблем у жителей города – это отсутствие энергии для жизни. Все такие ходят, зомби, просто... Подъем для каждого человека, жителя города, сейчас проснуться, это, ну, трагедия какая-то, шекспировская, там, на полтора часа, ну, действие разворачивается. Не просто встать, а там как прелюдия своя определенная. Потому что ночью, мы знаем, как бы, как там читаем Чаритамати, говорится, во время сна это тамагуна невежество накладывает чары на человека. Очаровывает его. И что нужно сделать? Просто скинуть чары, просто упади с дивана и все. Бац, чары сразу спадают. Что бац, что, как это, что это? Я видел, как в Майпуре в Гурукуле будет. Просто из чайника воду в спальник. Оп. Чары сразу быстро спадают. Мало того, они воду из чайника туда, потом его за оба края этого спальника и... Быстро просыпается человек. Ну хорошо, в Индии там спальник задний высыхает. Да, за час уже высыхает. Все, развернул, повешал, высох. Все. Ну, разбудили и разочаровали. За ночь тамагуна его очаровала, а они его с утра быстренько разочаровали. Избавили от чар. Это лень. Причина того, что люди ленятся, того, что люди мало делают, того, что они неактивны, причина очень простая. Причина в том, что они неактивны. Вот такой парадокс интересный. Чем меньше вы делаете, тем меньше вы будете делать. Все очень просто. Называется лень, цикл лени. Сегодня не хочу настолько, через час я буду не хотеть на большее. Парасенс. Через год представьте, что будет. Только деньги смогут поднять меня с дивана. И то еще не всякие. Только деньги. А деньги – это такой плохой, ну, источник вдохновения. Деньги только мотивировать могут. Мотивировать от слова «материя». А любая мотивация всегда временна. Вот этих больших магазинах, типа Эльдорадо и так далее, там их регулярно мотивируют, накручивают. Надо продажи, 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 продажи. Бонусы, бонусы, бонусы. Но через неделю это заканчивается, их снова нужно мотивировать. Меня как-то приглашали в одну большую компанию, страховую. У нас упали продажи, говорят, нужен психолог, чтобы мотивировать.
Даже есть что сказать, у нас уже есть разработанная программа мотивации. Просто нужен человек с психологическим образованием, который мог правильно сказать, правильной интонацией, вот как нас же учат этому. Давай, чтобы продажи поднимались. Эта материя не может вдохновлять, она мотивирует на какое-то время. Поэтому материалист устает со временем. То есть нельзя быть мотивированным постоянно. Потому что мотивация не дает энергию для исполнения желаний. Вдохновение дает энергию только. Вдохновлять может только духовная энергия. Вот это наша проблема. То есть мы думаем, что Кали-юга настолько могущна, потому что мы очень мало соприкасаемся с духовной энергией. Мы соприкасаемся с Кали-югой постоянно, мы жители Кали-юги, мы думаем, как это здорово жить в Кали-югу. Поэтому она такая могущественная. То есть Махараджа Парикшит не был сбит с толку. Ух ты, какой красивый, какая одежда у него. Вот это да, дай-ка подружусь. Нет, меч выхватил, сразу голову рубить. И тут Кали все проявился. Я, оказывается, слабый. Не царь. Нет, дай мне прибежище, пожалуйста. Ну, конечно, схитрил Кали. Тем не менее, он слабый, трусливый. Мы переоцениваем могущество Кали. Снова и снова. Почему рано поздно встал? Кали-юга. Почему развелся? Кали-юга. Почему Кали-юга? Причем здесь Кали-юга вообще? Грехи были абсолютно всегда. Просто были люди, которые культурно воспитаны, каждый день соприкасаться с духовной энергией. Каждый день саду-санга. Каждый день шраваном. Каждый день киртаном. Нет Кали-юги тогда. Если человек повторяет святое имя, стараясь делать это без оскорблений, у него появляется зонтик, говорится, от дождя Кали-юги. Дождь идет, а у него зонтик, он не мокрый. Все остальные говорят, ух, как мокро. А у него зонтик, он сухой. Всегда было трудно прогрессировать духовно. Всегда были жадность, зависть. Веды же когда написаны? Когда эти истории все совершались? Не 100 лет назад в Кали-югу. Двапара-югу, Сатья-югу. Все равно есть гнев, вожделение, зависть. Всегда это было. Абсолютно всегда. Не так, что Кали-юга включилась и все. Прорвало канализацию. А раньше-то было хорошо, да. Знаете, есть такое, да, вот настроение. Раньше-то было ого-го, да, раньше-то было, да, раньше. Иногда на Фейсбуке у меня друг какой-нибудь публикует, как было хорошо в царской России. Я ему отвечаю, в царской России ты, скорее всего, даже образование бы не получил. Читать, писать бы не научился в царской России. Кому ты был нужен там вообще? Был бы крепостным себе, да и все. А крепостной это очень веселый человек. У тебя даже нет паспорта, документа, ты выехать никуда не можешь. Сидишь в своей деревне и все. Выехал сразу, как их называли-то эти людей, которые не беглые, как это там был термин даже определенный. «Гулящие люди», по-моему. Был такой фильм советский про петровские времена. Вот, по-моему, так и назывался «Гулящие люди». Загулял. Его ловили палками. Куда загулял? Зачем тебе учиться грамоте? Все, сеном кидай. То есть у нас какая-то вот эта идея есть, что раньше было лучше и в будущем будет лучше. А сейчас как-то так, вот непонятно. Да, все, Кали-юга. Непонятно. Но все эти истории не только про Кали-югу, которую мы читаем в Бхагаватам. Нет. Бхагавад-гита была поведана не в Кали-югу. Двапара-югу. Другие эпохи были, проблемы были те же самые. Поэтому есть такое утверждение, насколько я помню, в Парашарасмрите говорится, что югу создают люди, а не юга людей. Вот в чем принцип. Мы не должны переоценивать Кали-югу. И мы не должны недооценивать могущество духовной энергии. Если мы регулярно соприкасаемся со святым именем, с Бхагаватом, шастрами, саду, Кали-юга не влияет. Кали-юга не так могущественна уже. Кришна гораздо сильнее. Как можно сравнивать две этих силы? Кришна и Кали-юга. Ведь творение Кали – это слуга Бога. Ни в коем случае не соперник. Нет соперников у Бога, говорится. Это христианская концепция, что есть дьявол, который вот успешно борется за души людей. Но в ведах другая концепция совершенно.
У Бога нет, для Бога нет никого равного и нет никого выше. Все, вечно. Все его слуги. Все абсолютно подчиняются ему. Был бы дьявол, он бы тоже подчинялся на 100%. Абсолютно. Мы тоже все подчиняемся Богу. Но если мы не хотим подчиняться ему прямо, будем подчиняться косвенно. Через гуны материальной природы. Пропад говорит, как преступник. Он подчиняется государству, правильно? Мы однажды были с благотворительной программой в зоне строгого режима. Нам потом цепочки подарили серебряные. В зоне накрученные, знаете. Куда-то она потерялась потом. Может, кто-то украл ее у меня где-нибудь. Вашими как-то это все. Ну, не украла как-то вот. Подумал, плохо лежит, ух ты. Ничья. Так вот ум устроен. Если хозяина рядом не видно, а мне очень хочется, значит ничья. Такой вот менталитет в Кали-Юге. Куда-то она исчезла. И вот у них интересный принцип. Ну, там сидят убийцы, маньяки, злостные алименщики. Мы встретили там одного злостного алименщика. Его посадили на 5 месяцев в зону строгого режима. Он уже строит планы, как все будет выплачивать всегда. Ну, представьте, вы живете в камере с человеком, который убил 5 человек. Вот. На КамАЗе переехал. Один нам рассказывал. Нет, он одного соседа переехал, но 5 раз. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И выглядывал. Ух ты, как там? Подравняться. Оп. Оп. И вот вы с ним в камере живете. Что ему в голову придет ночью, никто не знает. КамАЗа у него нет, конечно, уже. Но может какое-то другое оружие найти. Чем-нибудь другим переехать. Вот. И это преступники, но они живут по закону государства. Пришло время, камера открывается, все гулять. Ты не имеешь права остаться в камере. Ты обязан выйти. То есть днем им запрещено сидеть. Присел сразу. Куда присел? Встать. Ты должен стоять, должен ходить, гулять. С кем-то разговорился, больше минуты, сразу разойтись. Тотальное подчинение государству. Для чего это дано, чтобы человек подумал, может быть, мне было бы проще подчиняться государству на воле. И тогда мне дали бы больше свободы. Раз ты подчиняешься, тебе немножко больше свободы. Все-таки ты можешь присесть днем. Можешь прилечь днем. Можешь с кем-то поговорить больше минуты. Вот мы сейчас уже много разговариваем. Долго. В тюрьме было бы невозможно. То есть там Бхагаватова не больше минуты. Ом намо Бхагавате Васудева. И ты к следующему уже идешь. То есть там минута твоя начинается и так далее. Каждый подчиняется государству. Смотрите. Так же, как каждый подчиняется Богу. Косвенно или прямо. Еще раз. Могущество Кали-Юги очень сильно переоценено. Но это всего лишь эпоха. И да, она может быть не такая добродетельная и благочестивая, но даже в те эпохи были негодяи, демоны и материалисты. Даже в те эпохи. Концепция материализма не родилась в Кали-Югу. Она родилась вместе со Вселенной. Концепция греха родилась вместе со Вселенной, не в Кали-Югу. Нам важно научиться не оправдываться Кали-Югой. Перестать думать, что она такая могущественная, что я не могу ничего с ней сделать. Мы не можем ничего с ней сделать. Бог может. Это же его Кали-Юга. Его время. Просто Кали-Юга – это время для людей, у которых мало благочестия. Которые хотят наслаждаться вот таким образом. Раньше так нельзя было наслаждаться. Сразу правительство скручивало. Куда развелся? Стоять? Нельзя. Только один вид развода в ведах признается. Саньяса. Это развод, да, скажем так. Прабхупада развелся. Принял саньясу. Это общественно принятый способ развестись. После 50 ты можешь принять саньясу. Так вот, спокойненько. Но развод ради того, чтобы снова с кем-нибудь сойтись, это веды не одобряют. Потом ты еще раз идешь, еще. Какой смысл? Мы потворствуем Кали-Юге, мы делаем ее сильной.
Поэтому нам нужно понять, откуда сейчас взять силы и регулярно получать ее. Слушание, воспевание, саду-санга. Тогда мы станем очень могущественными, очень сильными. Представьте, если каждый преданный по отдельности будет регулярно это делать, наше общество будет очень могущественным. Немножечко что-то происходит с вами, тут же вас поддерживают другие. Вы снова начинаете слушать, воспевать, обретаете могущество. Когда человек регулярно слушает и воспевает, духовный путь становится очень привлекательным для него. Если он перестает слушать и воспевать, духовный путь становится ужасным, нудным, скучным. Кому все это надо? Как вы можете жить без водки вообще? Откуда вы радость берете? Чего вы такие радостные? Факт, что что-то вы там домешали. Где там ваши специи? Покажите, пожалуйста, дайте понюхать. Что там у вас? Что-то там добавили туда? Постоянно люди так думают. У них нет опыта этой радости, духовной практики. Но мы должны каждый день получать этот опыт. Каждый день. Каждый день. И каждый из нас знает, что если я начинаю практиковать серьезно, опыт приходит сразу. Не нужно ждать 10 жизней, чтобы обрести хоть какой-то небольшой опыт счастья духовной жизни. Опыт приходит сразу же. Бхагавад-гита описывает, спратьякша вгамам дармьям. Сразу же ты получаешь пратьякшу дармы. Ты сразу же чувствуешь своими же вот чувствами, глазами, ушами, кожей. Ты чувствуешь, как это радостно практиковать духовную жизнь. У каждого есть опыт, правильно? Надо делать это просто постоянно. И у вас будет зонтик. Дождь не будет вас касаться. Еще потом зонтики раздавать будете. Проповедовать. Окей. Хари Кришна, может быть, пару вопросов, пожалуйста. Да. Можно такой вопрос? Вы сказали, что мы переоцениваем Кали-югу и, ну, вообще Майю, да, получается, что духовная энергия, она не сильнее. Не Майю. Именно Кали-югу. Да. Ну, я хотел спросить просто, что Прабхупада говорил, надо бояться Майю. Угу. Майю бояться надо, да. Есть история... Я ее рассказывал, еще раз расскажу. Хорошая история. Она такая веселая. Шрила Прабхупада с учениками гулял по пляжу. Где-то это было, по-моему. Венус-Бич, где же он там? В Калифорнии-то. Песенка даже есть про этот пляж. California Dreamers. Вот по этому пляжу гулял Прабхупада с учениками как раз. И они увидели краба. Вот они живут там на пляжу. Крабики эти. Они увидели крабы, я Прабхупада позвал Брахмананду, очень большого преданного. Вот такие руки. Я видел его, он ушел недавно, ну, умер. Вот, и вот такие руки. Огромные. То ли какая-то болезнь была, то ли сахарный диабет, то ли что-то. Это огромное тело. Прабхупада сказал, Брахмананда, лови крабика. Ловили крабиков когда-нибудь на берегу моря? Это очень трудно. Они не очень хотят быть пойманными, крабики. Они очень такие юркие, маленькие. И он подскочил, этот крабик увидел, что к нему бежит эта гора. Он подскочил и, ну, бежать в море туда. Боком. Рахмананда за ним, ну, гуру сказал, лови крабика. Я же не могу ослушаться. Туда, в море, крабик нырнул. Рахмананда за ним. Прабхупада просто смеялся до упаду. Просто чуть не падал. Так весело было. Все смеялись над Брахмананды. Он весь вымок. Вернулся, Прабхупада, поймал крабика. Нет, Прабхупада, не поймал. А почему? Как почему? Я думаю, просто повеселились, как бы. Ну и... Нет, Прабхупада была всегда философская задача. Он был философом круглые сутки. Не мог просто веселиться, то есть, когда должен был его философский смысл какой-то. А почему и Прабхупада обернулся ко всем? Почему он не смог поймать крабика? Ну, потому что Брахмананда говорит, он в море нырнул. Да, он предался океану. А океан больше тебя. Ты больше крабика, да. Но крабик предался океану. Океан больше тебя, ты не смог его поймать. Наша задача в том, чтобы у нас не было времени на Брахмананду. Не выныривать из океана просто. Наша задача. Вот и все. Это единственная наша задача. Не выныривать из океана. Потому что там Брахмананда ждет. Он тут же поймает, что-нибудь с нами сделает.
Если мы выныриваем, это проблема. Поэтому есть такое понятие, как каништ-катхикари, да? Нетвердый преданный. В чем нетвердость-то? Он выныривает все время. Каждый из нас может попасть на уровень совершенства прямо сейчас. Вот мы сейчас на уровне совершенства, мы обсуждаем Бхагавату. Мы сейчас находимся под влиянием духовной энергии. Каждый из нас. Мы уже на уровне, мы уже достигли совершенства. То есть дальше наша задача углублять это совершенство. Углублять. Не так, что гопи, знаете, вот они самые близкие преданные Бога, да, и поэтому они могут уже расслабиться. Достигать больше как бы нечего, давай посидим, носу поковыряемся. Ну, мы уже сделали это дело до финиша, дошли. Нет, бхакти или любовь гопи к Богу углубляется каждую секунду. То есть нет предела совершенства, как говорится. Но канистха думает, ну вот как бы раз, и дай-ка еще раз попробуй что-то. И он туда-сюда прыгает. Стать на уровень совершенства очень легко. Надо просто не спрыгивать. Однажды Шивараму с вами спросила одна ученица. Есть такая идея, что если матаджи не замужем, она в духовной жизни не будет прогрессировать. То есть максимум, чего она может добиться, это гуны благости. Я такую идею слышал. Как пропагандируется иногда. И вопрос в том, может ли матаджи, одинокая матаджи, достичь совершенства? Вопрос вот к Шивараме с вами был. Махарадж говорит, вы уже добились совершенства? Вы повторяете мантру, служите божествам, служите Бхагаватам. Вы уже на уровне совершенства. Теперь просто не спрыгивайте, а углубляйте. Проблема конечно в том, что он добровольно спрыгивает, выныривает. Вот и все. Это не Кали-юга, не Майя его вытаскивает. Это мы спрыгиваем. Мы вылезаем оттуда. Вот эта идея бояться Майю означает, я боюсь вынырнуть. Дай-ка я лучше поплаваю еще. Как однажды Прабхупада давал эту лекцию в Конвей-холле, да, в Лондоне. Эта лекция напечатана в введении к Иш-Упанишад. После нее все просто встали и хлопали ему стоя. Англичане. Прабхупада был в экстазе, он сказал, англичане, они столько лет как узурпировали, да, или эксплуатировали Индию. И с точки зрения англичанина, индус – это человек пятого сорта. Теперь они хлопают человеку пятого сорта. Я победил Англию. Отомстил. Я сказал одному ученику, как они хлопают мне, потому что у меня нет вожделения. Я победил его. Через какое-то время он подумал, сказал, что не то, что я победил вожделение, у меня нет на него времени. Вот как можно победить Майю. Как только вы становитесь для нее видимы, тут же все, вас ловят, она сильнее. Как только вы, если вы всегда остаетесь занятыми в служении, занятыми в слушании, воспевании, в практической какой-то деятельностью для Бога, вы просто незаметны, невидимы. Вот к этому страх перед Майей должен приводить. Не так, что, знаете, мы сидим, маленькие дети за дверью, там этот бугай ломится, скоро дверь выломит и похитит нас у Бога. То есть, вот не в этом могущество мое. Нет, мы сами выходим, лопоухи. Ну, может, Майя все-таки сделает меня счастливым. Может, сейчас она поняла, что я могу от нее уйти к Богу. И как-то вот она вот что-нибудь вот изменится у нее в отношении ко мне. Станет она более лояльной какой-то, даст мне все-таки что-нибудь. И через эту вот, через этот мостик в сознании Майя проникает в ум. Вот. Простой принцип. Угу. Да, пожалуйста. Спасибо за вдохновляющую лекцию. Спасибо. Маленький вопрос по поводу Джая Виджая. Я просто читал, что их прокляли четыре кумара. Или это еще... Есть один... также такая история. То есть это параллель. Может быть, это в разные кальпы. Им досталось очень много раз. Может, в разные кальпы было это. Каждый день брамы, как эти истории повторяются, но немножко по-разному. Например, однажды, говорю, в одной истории Вараха пнул, как каратист, эту Хираньякшу. В другой истории он стукнул его булавой. В третьей истории он проломил ему копытом ключицу. Или в одной истории говорится, что Радарани родилась, ну, появилась в доме
Вришабану и Киртида, да, в другой истории говорится, что она была сестрой Чандравали и родилась у царя в Южной Индии, а Путана похитила ее. И когда Кришна убил Путану, то гопи нашли на теле Путана этих двух девочек. Одну девочку Чандравали отдали одному, в одну семью во Вриндаване, вторую девочку Радарани в другую семью. То есть вот там тонкостей этих очень много. Объясняю, одно из объяснений в том, что в разные кальпы есть разные тонкости. Угу. Что-то еще нужно? Да. Вы говорите, переоценивают мы кали в нынешнее время. Вот есть такая тенденция списывать свои неудачи на какие-то на карму. Угу. Не получается, видно, карма у меня такая. Вот здесь как с этим бороться? Разум проявляется в том, что человек понимает, где граница между кармой и свободой воли. Это разум. То есть, если у человека есть разум, он очень четко это, он чувствует это. Например, если взять карму, да, можем поговорить об астрологии. В гороскопе есть такой пятый дом. Это дом интеллекта, и это дом детей. Это также дом, говорится, Пурва-Пуньи, прошлое благочестивое карма. Потому что если вы были благочестивы, в этой жизни интеллект можно ожидать. Какая-то вот способность здравомыслить может появиться. И вот этот дом находится, это один из домов, который находится на границе между кармой и свободой воли. Предположим, дети. Если родители прикладывают усилия к тому, чтобы был зачат благочестивый ребенок, то есть они совершают гарбхадана самскару, повторяют минимум 50 кругов в день зачатия, ищут благоприятное время, благоприятный день. Может родиться ребенок, который изменит карму всей семьи своим приходом. И вот это карма или не карма? Они вложили, благодаря интеллекту, они вложили какие-то усилия к тому, чтобы дальше все было лучше. Как в Бхагавад-гите говорится, гьяна агни или огонь знания разрушает карму. Потому что, получая знания, мы понимаем, как действовать. Проблема сейчас людей в том, что мы, опять же, слишком переоцениваем карму. Даже преданные слишком переоценивают карму. Я от преданных даже слышу, что карма, 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 карма. Если вы говорите о карме, то вы карми. Надо о бхакти говорить. Бхакти гораздо сильнее. Бхакти может так все повернуть, что все ваши минусы станут плюсами. Денег нет, жены нет, дома нет. Прими саньясу, будешь в экстазе. Доволен, денег нет. Счастье-то какое, ум расслаблен, жены нет. Фу, дома нет. Так у меня каждые 3 дня новый дом, пожалуйста. Мы это видим, например, когда Нарада Муни проклял Дакша. Он сказал, ты не сможешь находиться в одном месте больше 3 дней. Нарада Муни был в экстазе. Ну, наконец-то, непривязанность. Вот она, милость Бога. Большое спасибо. Или как Господа Чайтанью проклял тот, Гопал-Чипал, по-моему. Ты не будешь счастлив в семейной жизни никогда. И Господь Чайтанья стал прыгать от радости. Ура, большое спасибо. Я очень надеюсь, что твое благословение сбудется. Большое тебе спасибо. Благословил меня. Теперь я могу спокойно прогрессировать, заниматься духовной практикой. То есть нужно понимать, на основе разума нужно понять границу свободы воли и кармы. Потому что карма не так сильна, не так важна. Ну, это просто есть. Да, ну есть, ну что поделаешь. Карма – это ступенька. Нужно понять, где ты. Нужно понять, от чего отталкиваться. Но отталкиваться тоже нужно. Очень важный принцип. Более того, мы знаем этот интересный момент, что даже хорошая карма, даже если она положена, она не может проявиться, если усилия не приложены. Приводится такой пример. Если вы взяли семечку, да, подсолнечника, там есть масло внутри. Все это знают. Но как его получить? Надавить. Даже если вы нашли кошелек на дороге, нужно наклониться. Всегда есть усилия. Далее говорится интересный момент. Что же важнее, усилия или карма? Угадайте. Почему усилия важнее? Что такое карма?
последствия чего? Усилий. Поэтому что важнее всего? Усилия. Иногда что нужно сделать? Потерпеть ту карму, которая уже есть. Потому что, пока ее будешь пытаться изменить, потеряешь кучу времени и энергии. Потерпеть ту карму, которая уже есть, и понять, что какие правильные усилия совершать прямо сейчас. И тогда постепенно вы начнете получать новую карму. Для этого нужны сложные периоды в жизни. Как говорил Бхактивинода Такур, если в жизни наступил очень сложный период, а начать пришло время совершать как можно больше благочестивых поступков. Что-то как-то трудно жить стало, кончилось, смылилось. Надо опять напрячься. Иначе бы не было плохих периодов. Видите, всегда усилия важнее, чем карма. Поэтому разумный человек в любой сложной ситуации всегда думает о том, какие усилия сейчас приложить. То есть, где перспективы? Глупец думает, вот карма, что делать? Все. Как жить? Да? Окей, Гранд Тарадж, последний давайте, да, пожалуйста. По поводу семейной жизни вопрос такой. То есть, периодически складывается впечатление, что для мужчины семейная жизнь – это вынужденная мера такая по контролю вожделения, и больше как-то, в общем-то, и ничего. То есть саньяса наши все там мочали. А откуда у вас такое впечатление сложилось? Периодически вот так вот. Сейчас, допустим, про реакцию Господа читания на проклятие. Да. Не, но у него была своя миссия. И для его миссии саньяса была очень важна. То есть если он был семейным человеком, он не мог так активно и широко проповедовать. Потому что надо дома сидеть, детей воспитывать. Деньги зарабатывать. А так, здорово, хорошо. Все, прокляли. Можно идти спокойно. Проповедовать. Женись на мне. Они мне, знаешь, меня прокляли. Другого поищи, пожалуйста. Но с другой стороны, однажды Прабхупада сказал, что есть только один идеальный ашрам, саньяса. И ученики спросили, а как все остальное? Остальное – это реальность. Брахмачарь вроде тоже хороший ашрам, но может жениться. Саньяси уже не может жениться. Грехастха тоже вроде неплохой ашрам, но вот отличие немного духовной практики. А саньяса идеальный ашрам. Но есть реальность. Факт. Да. Остальные три ашрама – это реакция на реальность. Кому-то нужны свои деньги и так далее. С другой стороны, мы знаем, что для Бога нет разницы, в каком ашраме находимся. Потому что это внешнее обозначение. Как говорил Господь Чайтанья, я ни вайшья, ни браман, ни шудра, ни кшатри, ни ванапрастха, ни грихастха, ни брахмачари, ни саньяси, я слуга, слуги, защитника гопи. Гопи бартах пада камалайор даса даса анудаса. То есть это не важно на самом деле, в каком ашраме. Важно понять, в какой форме лучше всего совершать преданное служение в этом ашраме. Но с другой стороны, мы часто видим в Прабхупаде, в комментариях пишут, что все-таки мужчина должен задуматься об этом после 50. Правильно? Читали об этом, да? Есть все-таки это? Все-таки есть это наставление, что после 50 нужно об этом задумываться. Не знаю, ответил, не ответил. То есть грехастха ашрам – это все-таки реальность. Есть вожделение, да, есть желание быть независимым и так далее. Да, женился человек. Это реакция на реальность все-таки. Идеальный вариант вообще здесь не находиться. Если взять саньясу, он наилучшим образом способствует этому, выходу из материального мира. Все, я все отрезаю потихонечку у себя. Но мы знаем, что вернуться к Богу может любой человек, в любом ашраме. Для этого нужна любовь к Богу, а не цвет одежды. Да? Вчера на ретрите читания была Виваха, 17 пар сочетали, вот он вступительным словом сказал о важности грехастха ашрама, вот один из таких посылов, что это, собственно, ашрам, на котором все остальные-то держатся. Да, только грехастки деньги производят, по большому счету, материальные ценности. Это один момент, второй момент, то есть грехастхи строят храмы и так далее. Не саньяси строят храмы, саньяси собирают деньги с грехастхи.
но даю деньги грехастхи. И еще важный момент, грехастхашам – это добродетельные дети. Ни саньяси, ни брахмачари, ни ванапрастха этого дать не могут обществу. А один добродетельный ребенок может принести благо всему миру. Даже как один негодяй может весь мир на уши поставить. В принципе, это одна из главных задач грехастхашама – добродетельный ребенок. Как мне даже мой духовный учитель сказал, вот два человека женились, они умрут. Пусть после них еще два останутся. Мальчик, девочка, вот идеальный вариант. Сын, дочь. Такая мечта. Мужчина, женщина умер, мужчина, женщина остались. То есть как бы все продолжается. Но поскольку тут все неравномерно в материальном мире, у кого-то 10 рождаются, у кого-то ни одного. Ну, вот как-то так. Но тем не менее, благочестивые дети – это одна из главнейших задач грехастхашам. Джай. Грантарат Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гор Примананди. Сегодня вечером мы продолжаем изучать Хитопадешу. Если хотите, приходите, пожалуйста. Семинар называется «Наука здравого смысла. Юкта-йога. Как использовать философию в повседневной жизни». Все пройдет на Офицерского 4, это метро спортивное. Это недалеко отсюда. Да. Начало в 19:30. Пожалуйста. Окей. Арибал. Завтра я постараюсь прийти на джапу. Да. Пожалуйста, приходите в 7 часов. У нас будет джапа. Будем небольшую настроечку и будем читать джапу потом вместе. Арибал.